Новым годом, казахстанцы! С Новым годом, страна! Мы с вами живем эпоху перемен и сами их творим. И являемся активными участниками этого процесса. Мы вместе можем построить страну, в которой всем будет уютно и безопасно. Спокойно и радостно мы сможем остановить воровство и коррупцию. В этом процессе каждый важен, значим и необходим. Давайте вместе писать историю нового Казахстана. Пришла пора быть ответственными, решительными и инициативными. В двери Нового года поддержите политзаключенных и активистов. Они первыми стали на путь к борьбе за достойное будущее для всех нас. Давайте поддержим их семьи, их близких, потому что они для нас пример стойкости, надежности и мужества. Вместе с ними мы построим страну, из которой не нужно будет бежать. Страну равных возможностей, где человеческая жизнь и человеческое достоинство будут ценны. Сбор средств осуществляется на счет супруги Кайрата Калышева, барабанщика революции.